Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю с завершением каталога номер 2. И сегодня у нас стартует третий номер каталога компании Oriflame. Я делаю первый заказ. Я уже положила в корзину практически все, что я хотела. Может быть, что-то буду редактировать. Итак, посмотрим, что у меня здесь есть. Есть два набора Giordani Gold Set за 1 рубль. Они идут у меня в подарок за новичков, которых я приглашала в прошлом каталоге. Три продукта. Парфюмерный спрей, новинка. Новый шампунь против выпадения волос. И многофункциональная тушь для ресниц. Обновленный дизайн туши 5 в 1. Эти продукты мне положили как официальному обозревателю. Так что ждите обзор, буду записывать. Далее взяла на пробу новую серию Magic Garden. Magic Garden. Magic. 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 Гель для душа, крем для рук и мыло. Меня восхищает красота этого набора. Надеюсь, что аромат тоже мне понравится. Беру сразу 7 штук средства с чайным деревом и лаймом антибактериальное. Для себя укрепляющее масло для волос Элио. Увлажняющий крем для век Optimals, классный крем, мне он очень нравится, я его делаю как масочку, в виде патчей, то есть накладываю на эту зону, куда мы патчи накладываем обычно, хожу минут 10-15 и затем смываю и наношу свой обычный крем. Получается, как супермаска, убирает отеки и темные круги. Беру на пробу подтягивающую маску для лица, отзывы о ней хорошие, думаю, тоже хочу попробовать. Набор, в который будет входить следующий каталог. Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз, пробник матовой кремовой помады и пробник нового аромата Love Potion Blossom. Так, ну и каталог номер 4 бесплатно. И обратите внимание, я добавила в заказ комплекс омега-3, который идет по акции со скидкой. И цена мне совсем не нравится. Обратите на это внимание. Я чуть позже вам покажу, как надо делать. Вот так не надо. Далее новинку беру. Туалетная вода Poses Man. Объем, по-моему... А какой же объем? 15 мл, да, 15. В женских ароматах у нас идет 8 мл, а в мужских, в новинках, целых 15. И мне понравилась эта идея, то, что у нас ароматы будут в мини-спрее для мужчин. Отличная идея. Платок Валаре, обратите внимание, в каталоге, он такой маленький, его практически не видно, но я думаю, этот платок будет роскошный. Из каталога Норхен беру набор «Неуловимый гранат» в виде стрекозок, у меня будут серьги и колье. И по рекомендации моей подписчицы, которая мне так вкусно рассказала про кондиционер пенку для волос Элио, я решила, надо пробовать. Так, под заказ кремовая помада Oncolor, губная помада с эффектом сияния, ослепительный беж, антивозрастной крем, парфюмерная вода Giordani, блески, под заказ 3 блеска, но из них есть только один. Вот эти берут даже по такой высокой цене, а их нет на складе. Гель-скраб для душа тоже под заказ и карандаш для стайлинга бровей. Итак, проверяем, что здесь ниже. Добавляют мне пачку каталогов. Еще каталог за 9 рублей. Пакетик. Я отказываюсь. Мне не нужны пакетики. Кстати, сейчас вернусь назад. Здесь у меня первый шаг Wellness Pack я удаляю, потому что у меня накопилось много пэков. И я хочу в следующем каталоге брать пэк и коктейль. Life Plus оформлю подписку. Так, что-то у нас завис сайт. Так, удалила подписку. Возвращаюсь вверх, и я хочу заказать маленькие пакетики для клиентов. 527. И должна выйти подсказка 0,15, по-моему. Обычно вылазит подсказка, я выбираю то, что мне нужно. Добавить. Да, это были маленькие пакетики. Надеюсь, они встали. Нет, пока не вижу. Так, кто хулиганит на сайте, сделайте, чтобы сайт работал. Ага, вот пакетики добавились. Я возьму сразу 2 набора. Обычно я их забываю заказывать. И вот чтобы их надольше хватило,
Я вот так и сделаю. Так, здесь у нас предложение. Когда мы нажимаем «Далее», оказываемся в разделе «Предложение». Нам предлагают тушь за 239 рублей Giordani Gold. Я могу выбрать подарки по акции «Живи со вкусом». У меня осталось 200 баллов. Я закажу себе набор для выпечки. Так, в корзину сразу отправляем. Сюда мы добавляем продукт со скидкой 50%. Я хочу взять крем для век, для кожи вокруг глаз, скорее всего. Мой любимый экологен. Я единственное, что не знаю точно его код, поэтому я подбираю из набора. Так, не показывает. Добавляем и смотрим, что у нас стало. Да, крем для кожи вокруг глаз. Всего 624 рубля. Какая прелесть. Вот, то, что я вам хотела показать. То есть мы омегу добавляем не в корзину, а на втором шаге выбираем. Видите, какая разница в цене? Там у меня 1400 с чем-то, а здесь 1039. Я нажимаю раз. Потом смотрите, если я хочу два, надо тут нажать два. Вот здесь у нас удваивается. И, например, три. Добавила три раза. Нажимаю в корзину. Корзину. Возвращаюсь в корзину. Удаляю омегу, которую я добавила неправильно. Удалила. Проверяю теперь свой заказ. Так, здесь у нас пакет бесплатный. Крем встал. Каталоги есть. Добавил с комплекс омега 3 штуки. Один продукт по акции. Он уходит у меня в резерв. Нет, его нет пока в наличии. И его пришлют, когда он появится. Так, все отлично. Что нужно делать далее с заказом? То есть мы продвигаемся дальше. Выбираем место доставки. Очень важно правильно выбрать место доставки. Если вы новичок, то лучше всего проконсультируйтесь со своим спонсором, чтобы не ошибиться, и ваш заказ ушел именно туда, где вы его сможете получить. И обратите внимание, что если заказ вы делаете на СПО или доставку на дом, то вы можете оплатить не сразу. А если вы выбираете магазин «Пятерочка» или Пикпоинт, то нужно сразу оплачивать заказ. Смотрите, в нашем городе существует заказ на дом, то есть курьерская доставка. Если заказ более 4000, то его привозят абсолютно бесплатно. Также посмотрите, может быть, в вашем городе тоже есть курьерская доставка. Далее нажимаю. Тут предлагают какой-то продукт выбрать вместо платы за доставку. Но у меня и так доставка бесплатная, поэтому я нажимаю «Далее». Переходим в следующий раздел. Оплату я сделаю чуть позже. Не с кабинета Oriflame, а с кабинета Сбербанка. И проверяем заказ. Доставка на дом ожидается 19 февраля. 48 продуктов. Расписано все, какие подарки, все, что мы получаем. Общая сумма заказа 11 238, и прошла скидка 3000. Это деньги с личного поля, так скажем, да, то есть те деньги, которые компания оставляет на оплату заказа. Проверяю к оплате, всего 8106 рублей, 226 баллов, первый заказ. Сейчас я его еще раз проверю и оформлю уже окончательно, жду кнопочку «Оформить». Как только получу заказ, сразу запишу обзор, расскажу вам про новинки. Все вместе распакуем, понюхаем, попробуем, помажем. Так что ждите обзоров ориентировочно в субботу на следующей неделе. Всех обнимаю. Удачи, отличного каталога и самых приятных впечатлений от продукции.